Что-то про ведьмака. Смотрим. Эти девушки прокляты, пойми, это ведьмак. Что же с ними не так? Все они монстры. И Ренфри. Одна из них. Я лично видел, как она пытала канарейку, задушила двух щенят. Соседскому пареньку вообще погнала заколку в ухо. За это я ее, кстати, не виню. Он первый начал вызывать у людей кровь из ушей, снявшись в рекламе Мегафона. Но вот когда она подписалась на Бузову в Инстаграме, тут уже даже я не выдержал. Ибо это просто пиздец. Внуча, да в кого ж ты такая худенькая-то, а? Давай-ка я тебе еще холодца положу. Бабуль, ну не надо, я правда наелась. Ты мне еще поговори тут. Будешь возмущаться? Ты от бабушки Геральта искать не уйдешь, а ухатишься. Ну, кикимора, погоди! Блин, Геральт, это уже не смешно! Бестии эти. Просто пиздец. Завывают так, что волосы на жопе встают дыбом. Думал, одолеть их я подвига ради. Да только погибель свою бесславную встретил. Проще говоря, на дискотеке в школе пытался разнять драку пьяных девчонок? Да! Вас собрали здесь, потому что... Это просто какой-то пиздец. Я, по-моему, с ума схожу просто от этих шуток. Блять, вы, блять, серьезно, нахуй? Заказ на 5 минут. Вы так или иначе проявляли магические способности. Сьюзан жрала после 6 и не толстела. Фрингилия может воспламенять одним лишь взглядом. Жопы тысяч фанатов. Блять, может быть, смысл этой хуйни специально в том, что шутки плохие, потому что, ну, типа, я охуеваю, например, от того, насколько хуевые шутки. А Дисна Прилепина, П-слова, ну, П-слова нежелательно. Ты можешь их тайм-коды указать специально, чтобы я их там просто посекундно проскипал. Вот, мы не на Твиче. Фанатов. А у Сабрины есть говорящий кот. Вообще-то меня зовут Салем, глупая женщина. Может и глупая. Господи, бля. Но зато мимо лотка не гажу. В общем, в нашей школе волшебства вас научат контролировать свои способности. Скажите, а нам палочки дадут? Разумеется. Сьюзен. А еще шляпы, кроликов и карты. Контурные? Геральт, ты должен остаться здесь. И дождаться рождения Цири. Мышавур, да я скоро вернусь. Ёб твою мать, Геральт. Ты не можешь забить на основной сюжет и просто отправиться делать дополнительные квесты. Ясно? Цири стукнет лет 5, когда ты вернешься. Неправда. Квесты я уже давно сделал. И просто отправляюсь на Скеллиг и открывать все вопросики на карте. Еще лучше. И когда нам тебя ждать? Через 15 лет? Через 20? Да! Холера. Кажется, нильфы снова наступают. Блин, мы же так точно проиграем. Где вообще носит Трис? Да опять кислоты обожралась. И теперь балуется с травкой. Может, просто травкой? Нет, с травкой! Господи, как же хуёво выглядит этот сериал. Блять, не, я не могу слушать охуенные шутки на заднем плане. Я просто охуеваю от того, как, блять, калово выглядит сериал. Какая офигенная трава! Эй, парниши, Warcraft Reforged приобрести не желаете? Мой друг уже, как видите, приобрел. Спасибо. Так и ты присоединяйся. Твою старую версию мы все равно уже принудительно обновили. Слушайте, вы чё, фанатов вообще не боитесь? А что они могут? С тем же успехом я сейчас огребу от принца Артеса. Давай уже, покупай игру. Ну это еще более-менее смешно, блять. Потому что злободневная какая-то хуйня, но... Не ха-ха смешно, прям скажем. За моего отца! Ух ты, это что, из Скайрима? Проклятье, лютик! А что это за ритуал? О, его проходят все приходящие сюда девушки. Тебе предстоит испить волшебной воды леса Бракелон. Благодаря этой воде ты станешь одной из прекрасных дриад госпожи Эйд. Да, виноградный напиток. Да. Угу. А вам они, я так понимаю, не наливали? Вообще-то, я и есть прекрасная Эйдне. Ну, вы все-таки кружечку-то опрокиньте. Девочка, будешь умничать, я тебе патлы повыдергиваю, ясно? Геральт, я все равно ведь заставлю тебя переспать со мной.
У меня, в отличие от Йеннифер, гораздо больше козырей. Например, если согласишься. Я разрешу отшлепать себя по жопе. Хлыстом. Пфф, как будто раньше мне в постели этого не позволяли. Тоже мне козырь. А еще разрешу называть себя плотвой. Когда один студент читал престолов том, сосед его с Рязани играл, забыв про сон. Готовились к зачету, так вот парни те были спокойны, ведь зачет был по физре. Бей их хоть кнутом, пряника лиши, студенты все учатся неделю через три. Жизнь у них в общагах, запретом всем вразрез. В комнатах пиво, в туалетах секс. Сколько можно это вспоминать? В комнате вечно соседи. Вот и приходится делать это с девушкой в туалетной кабинке. Но почему именно в те моменты, когда я сижу там по-большому? Это буквально шутка с Акрамара, блядь. Иди нахуй, блядь, я менее смешной хуйни просто представить себе, блядь, не могу. Тут Егор в чате пишет, что даже у него шутки пизже. Блядь, чувак, не то, что у тебя в гоблинском «Властелине колец», нахуй. В гоблинских, блядь, «Звездных войнах», блядь, шутки пизже. Блядь, в игре по гоблинским «Звездным войнам» шутки пизжи, блядь, с чукотским рэпером и прочим говном, блядь, ебаном. Блядь, у Юрия Гальцева, блядь, шутки пизжи, чем в этой хуйне. Я, бля, реально не знаю даже, с чем эту поебень сравнить. Просто, блядь, типа, есть крепкие слова, но они не политкорректные немного. Приветствую. Это шоу Красного Ханжи. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. Святые угодники, это что за убожество? Самые идиотские слова из тех, что я слышал. А уж поверьте мне, идиотов за свою жизнь не повидал немало. You get what you deserve. Да, мальчики и девочки, перед вами я, единственный и неповторимый Джокер. Почему я? По правде и сам не знаю. Просто с утреца подкатили какие-то ублюдки, выдали мне идиотские шмотки, повесили за спину советский флаг и предложили сделать рецензию на фильм. Со мной! Пообещали мне за это скостить аж целых 10 лет. Но это если меня сначала из дурки выпустят. Но я подумал, а почему бы и нет? В конце концов, самая главная проблема этого местечка — невыносимая, черная, беспробудная. Блять. Он похож на Петра Сиана, блять. Буквально. Я не имею в виду, что шутки плохие. Это мы уже преодолели, блядь. Мы сквозь горизонт, блядь, вся хуйня. Он буквально похож, блядь, на Петросяна, нахуй. Либо на клоуна, который за спиной у него сидит в смехопанораме. А, это и есть тот клоун, который ветерану в рот нассал в Чернобыле, да? Все, я понял. Скука-то. К тому же еще пара сотня таких рецензий, и я еще... Шуша пишет, верните видео Егора. Подождите, это не видео Егора? Я выйду на свободу честным человеком. Я думал, это вторая часть про Власова, блядь. Итак, дамы и господа, отряд самоубийц. Что еще и год называть? Боже, ну и тоска. 2016. Начинается фильм с бородатого черного зэка. Чел находится в прекрасной физической форме, видимо, благодаря дошираку без кипятка. И лупасит по... Ну, я бы сказал, почему конкретно этот заключенный находится в такой физической форме.
Это, в принципе, можно как-то объяснить, да. Этому есть объяснение, почему вот такие заключенные, они, в общем, находятся в неплохой физической форме. Но, как бы, к сожалению, нам надо апеллировать прежде всего к верованиям, верованиям, культурной традиции, скрепам, вот, значит, да, и производственным отношениям, поэтому я не смогу это никак объяснить, действительно. Так, юрист Глада Валака со 100 рублей на продление циника, блядь. Господи. Окей, 3 минуты, из них отсмотрено почти 2. Груша из набора сделай все сам, очумелыми ручками. Ну хорошо, допустим, я притворюсь, будто верю, что это просто свернутый матрас. Но отросы, на которых можно, простите, повеситься, ему кто в камере держать разрешил? Слушайте, я срочно требую перевода. Может быть, тогда мне наконец выдадут то, что я у вас бесчувственные чербаны. Прошу уже давно, мой клоунский набор. Мы против расизма. Так, Анилингус, 400 рублей, продлеваем. Окей, хорошо. В конце концов, что страшного может быть в дуделке или петличном цветке? Лой, подойди к двери! Стоп! 7 минут, из них, ну, примерно 2.5 уже просмотрено. Флойд? Флойд Лоутон? Как его там? Пинг-понг? Детсад? Камшот? По какой очереди? Блять, ну список есть, нажми на эту хуйню и проверяй все, ёпта мать. Все есть, блять, список публично доступный. Обновляется в реальном времени, кури его, блять, я не буду ничего говорить. Сами смотрите список, в описании ссылка в описании. А, дедшот, не может быть. Ха-ха, дилшот. Это таджик по имени Камшот. С каких это пор Дэдшот негр? Это, наверное... Блять, мы против расизма. Ёб твою мать. Это какой-то другой Флойд. Блять, так это и есть тот Джокер, который Энслово хотел произнести в Твиттере? Бля, я разочарован. Пинк Флойд. Хотя нет, тоже не вяжется. Так и до розовых единорогов можно договориться. А кому в здравом уме в голову могут прийти розовые единороги? Господи ты боже мой! Больные вы рехнувшиеся ублюдки! Флойд Лоутон, он же Дэдшот. Так, все-таки перекрасили. Слушайте, вы сказали, что тут есть я. Так вот, если я тоже негр, то давайте типа... Блять, мы против расизма. Завязываем. Фильм говно, мне минус 10, расходимся по домам. Мой дом, Мэйхэм Стрит 13, город Готэм. Короче, минус сырник полностью. Окей, хорошо. Деньги не плати, деньги не плати, деньги не плати, не деньги, деньги не плати, деньги не плати, деньги не плати, не деньги. А сейчас танцуем. А сейчас не плати, деньги не плати, не деньги.